Дорогие друзья, мы объявляли, что сегодня проведем пресс-конференцию и объявим о создании движения «Стоп АЭС». Целью движения является отмена решения строительства АЭС. Мы хотим консолидировать противников АЭС, заниматься просвещением населения. Но буквально вчера ночью нам позвонил арендодатель. Мы арендовали конференц-зал для проведения пресс-конференции. И объявил, что им запретили предоставлять нам помещение для проведения этой самой пресс-конференции. В Петропавловске за Сергеем Измайловым, нашим еще одним спикером, было наружное наблюдение, слежка, и в конце концов его без причины задержали. Возле моего дома выставили охрану. Ну и где этот жена Казахстан Токаева? Где слышащее государство? Мы создаем движение, пользуясь своим конституционным правом. Мы хотим выразить свое мнение, свое несогласие с решением, которое хотят нам впарить. Мы хотим донести, что нет никакой экономической, политической целесообразности. Мы хотим выразить свою точку зрения на экологическую опасность, которая сразу возникнет после того, как мы получим АЭС. Что тут такого? Почему Токаев не дает нам реализовать наши конституционные права? Поэтому, дорогие друзья, мы решили провести эфир сегодня 20:00 на странице «Стоп АЭС» в инстаграм-аккаунте. Приглашаем вас всех участвовать в нашем эфире.